Вызов неотложки, лечение социально опасных заболеваний. Как и раньше, медицинскую помощь в этих случаях получат все казахстанцы, вне зависимости от наличия страховки. Сегодня алматинские врачи сели за парты, чтобы пройти ликбез по новой системе медицинского страхования. Она разработана с учетом опыта развитых стран и основана на солидарной ответственности государства, работодателей и самого гражданина. За экономически неактивное население, военных и полицейских, взносы будут отчисляться из бюджета работодателя, оплачивать страховку за наемных работников. Те, кто относится к категории самозанятых, страховаться будут самостоятельно. Заинтересованность прежде всего в том, что полис тем, кто заболел, гарантирует амбулаторно-поликлиническую и стационарную медпомощь, высокотехнологические услуги, сестринский уход и многое другое. Этим законом подводится мощная экономическая и социальная база для получения доступной, качественной медицинской помощи. Он, естественно, регламентирует, как он будет распределяться, как он будет выделяться, какое участие в нем будут принимать медицинские организации, страховые организации.